еще хотел бы взять почитать, мой дружок? Что бы такого, например? Сказки! А ведь у меня есть еще лучше. Вот, смотри, книга. Делай сам. О, все сам, да сам. А тут ведь, вот, царская жизнь. Только и делай, что ничего не делай. Тогда я все поняла. Тогда тебе просто необходимо попасть на 9-й класс. Да раз как попадешь. А почему бы и нет? Где он пытается переодеться? А вот. Нашла. Иди в себя. Понимаешь, в книгах могут быть только сказки, Маш. Но ведь ты остаешься при этом самим тобой, милый дружочек. Пап, а волшебница? Ну что, да тут никакого волшебства нет. Я просто регулярно читаю эту книгу. Выступай, дружок. Никого нету. Алле, где же тут кто? И не я беру, но не ешь, но хорошо, я не пропыт. Царь, отца! Ой, господи! Как же я испугалась. Я уж думал, наши сказки кто почитать взял. А я в таком виде. Нет, это я. А вы зачем забор красите? Вы же царь. Вам же полагается ничего не делать. Да знаю. Должность у меня такая. Только и делаю, что ничего не делаю. А что? Так же и со скуки помрешь. И потом, я ведь не в самом бедношном. Я сказочник. Дай думать, пока сказки на полке стоят, я забор покрашу. И польза, и разминка. Одобряешь? Нет, ничего вы не понимаете, царская жизнь. Царь так. Хоть Фирос, хоть Мороз, а он забор украшет. Так. Уступил бы место старшим, а в школе не обучат. Пожалуйста. Подайтесь-ка коронка. Пожалуйста. Значит, пирожное. Ага. Эй, стража. Ага, это можно. О, баба, здрасте. Здрасте, Клыбелок. Эца, как тут золотую рыбку повидать, а? Да вот она, морец и рядом. Только знаешь, хотеть не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Главное, на меня еще и учить будет, как будто я не читал. Я-то не ты, я-то совсем не хочу быть владычицей морской. Я-то с ней быстро договорюсь. Слышь, Красай, милый, попросил бы ты у нее корыто новое. Ну вот тебе слово здорово. Сначала корыто, потом стиральную машину. Да нет. Куда уж там? Ну ладно, поговори. Эй, золотая рыбка! Ты что, не слышишь, что ли? Ну что тебе надо, старче? Золотая рыбка!
хочу, чтобы ты... Что? А ты сплел невод, а ты его трижды закинул в море. Ты меня поймал, палец о палец не ударил, а туда же я хочу. Что ты? Куда ты на меня? Ух ты, подумаешь, дико несчастная. Вы кто такие? Вы? Василиса Премудрая. Кто? Василиса Премудрая. Вы откуда вдали? Прилетели из знаков сказок. Потому что у нас ждет юных Василис. По обмену премудростями. Че? Премудростями. Так вот бы мне, вы тоже научиться каким-нибудь перемудростями. Ну как, девочки, научим? Научим! Поработаем неплохо, рассчитаем за урок, сколько нужно шлакоблоков, чтобы дворец построить срок. Делать надо нам расчет, как листок вода течет, что отсюда вытекает, арифметики почет. Пойдем. Не, не хочу! В школе учат, тучат, еще тут сказки навалились. Да. Тебе, видать, нужно это девятое царство. Че это не видно? А там есть двое из ларца, одинаковых с лица. Что не прикажешь, все тебе сделаю. Все-все? Да. Эх, а как тут обратно? Ступай себе прямо, а чтоб не заблудился, вот тебе. Ну пока. Ставьте же сюда дорога. Эй, ой, ларца одинаково с лица. Здравствуйте. Привет, это что же, правда, что вы за меня все делать будете? Ага. Значит, во-первых, пирожек, это вы и пальцы за меня загибать будете. Во-вторых, мороженое. В-третьих, ну загибай. А в-третьих, конфет. И скорее, и быстрее. Будь сделано. Это что же, и конфеты меня есть будете? Ну уж нет уж! Тогда убирайте меня обратно в ларец! А вот кому пирожки горячие с повидлой, с мясом, с капустой. Петька! Здравствуй! Петька! А Петька? Дай мне поесть, а? Да, пожалуйста, только наколи сначала дровишек, растопи, да замеси тесто. Ай, будь сделан. Эй, двое из ларца одинаково с лица! Замесить и нарубить. Будь сделано. Ясно. Вы что, нарочно, что ли, катить, чтоб здесь голодный остался? Тогда убирать сейчас же в ларец. Ничего не соображаю. Уж лучше тогда сам. А чё они не рубятся? Ай, ладно, и так сойдёт. Сейчас, как я это всё замешу. А чё тесто? А чё оно такое липкое? Ай, ладно, и так как-нибудь жарится. Апчи!
вот тебе и пирожки. Это что, пирожки? Ничего, и так сойдет. Сам испек, сам и кушай. Нет, спасибо. Мне этого никак не хочется. Вы это что, смеетесь надо мною? Ага. Думаете, я прям как вы ничего не умею? Ага. Ну уж и нет уж. Жаль, у меня инструментов нету. Ну это можно. Это что, инструменты? Ага. Как захочу, так все сумею. Хоть кадушку, хоть корыто. Ой, это я совсем забыл. Если бы мне только бы это суметь, она бы весь рот открыла. Ага. Эй, бабуша! Ваня, что за ты рыбкой жарилась? Нет, это я сам. Молодец! Теперь еще знаешь что? Что? Построй-ка мне из... Или? Это я еще не умею. Давай посмотрим. Глядишь, и избу тебе сколочу. Мы без знаний жить не можем. Очень нам они нужны. Станем мы полезны людям. Мы хозяева земли.